Трудные места Писания с библейским порталом Экзегет. Оправдана премудрость чадами ее. Это Евангелие от Матфея 11.19, но ну, то же самое Евангелие от Луки 7.35. У Марка нет. У Иоанна, понятно, тоже он отличается от трех синоптических Евангелий. А странная такая фраза, да? Что значит оправдана премудрость чадами ее? Можно понять э, в двух смыслах. Ну, либо это такая ирония, ну вот придумали себе какую-то премудрость и оправдывают ее искусственно. А можно понять, как некоторые утверждения, Божья премудрость оправдана чадами, теми, кто живет ей, теми, кто причастен ей. Вот их жизнь, их действия доказывают ее правоту. Интересно, что в некоторых рукописях Евангелия от Матфея стоит не чадами, а делами. Это однозначно в положительном смысле понимается. Э, премудрость Божия оправдывается делами людей. Как интересно. Казалось бы, зачем Богу оправдывать себя через людей? Но э, а как люди иначе знают о Боге, если верующие не являют эту премудрость в своей жизни, если они только говорят, говорят, говорят и рассуждают, но ничего не показывают на практике? И э, тогда получается, что здесь скорее положительный смысл. Ну вот, э, а давайте посмотрим на контекст, о чем это здесь. Начиная с 16 стиха, Иисус говорит, Иван от Матфея, читаю 11 главу с 16 стиха. «Но кому подоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и обращаются к своим товарищам, и говорят, мы играли вам на свирели, а вы не плясали, мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали». Тоже интересный образ. Э, дети у них, маленькие совсем дети, у них нет представления о том, что у другого человека другая воля что у него другие желания. И я прекрасно помню, как моя старшая дочка в возрасте двух, наверное, лет говорила, Юля хочет ко мне. Это означало, я хочу, чтобы Юля пришла. Она не могла сформулировать, может быть, недостаточно еще хорошо говорила, но с ее точки зрения вот сказать «я хочу, чтобы она пришла», и сказать «она хочет прийти» было абсолютно одно и то же. Мы играем вам печальные песни, вы должны рыдать. А мы поем веселые, вы должны, наоборот, веселиться. Ибо пришел Иоанн, цитирую дальше, Иоанн Креститель: не ест и не пьет, и говорите, в нем без. Пришел сын человеческий, ест и пьет, и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарем и грешником, и оправдана премудрость чадами ее. Ну вот, конечно же, можно увидеть в этом некоторую такую э, иронию да, то есть они оправдывают свою премудрость. Но премудрость, она же у нас есть еще и в Ветхом Завете, в книге э, Притчи. Она говорит в 8 главе книги притчи «Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих, из кони от века я помазана, от начала прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда не было источников обильных водой. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной». Это настолько важные слова, что когда-то премудростью ну, в общем-то, называли Бога. Храм Софии, премудрости Божией, главный храм Константинополя, следом за ним Киева, Новгорода. То есть ставили храмы даже не Христу, ставили храмы премудрости, как некоему проявлению Бога в этом мире, как некоторому его свойству. И тогда получается, что действительно в положительном смысле эти слова понять, пожалуй, немножко лучше. Вот смотрите, говорит Иисус, вы придираетесь, Иоанн Креститель для вас слишком строгий, я для вас, наоборот, слишком, как сегодня мы сказали, либеральный, да, слишком так много себя позволяю. Вы ищете какую-то вот такую комфортную для себя праведность, какую-то такую религию, в которой все будет по вашей мерке. Но смотрите, у Иоанна по-своему раскрывается премудрость, у меня по-своему раскрывается премудрость, она больше вас. И она оправдана нашими делами. Дело не в том, что мы хотим сказать о себе. Дело не в том, как мы проповедуем премудрость. Дело в том, что мы являем в жизни. Обратите на это внимание, перестаньте быть глупыми детьми, которые думают, что весь мир будет плясать под их дудку, в буквальном смысле этого слова, да? печальную или радостную. Поймите, что мир другой, он больше, в этом мире есть другие силы. Ну, хотя бы на этом уровне, а желательно еще задуматься о наших действиях, о а накрестителе, о моих действиях, говорит Иисус, которых являет себя премудростью. Можно ли это понять иронично? Да, мне кажется, особенно у Луки, где меньше вот эта связь с Иоаном прослеживается, но тем не менее, тем не менее, в любом случае, вот то, что говорится для кого-то, может быть серьезным, для кого-то может быть ироничным, таких мест довольно много. И я бы не настаивал на том, что их обязательно надо понимать в одном и том же смысле. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.